Добрый день, дорогие друзья! В этом видео хочу попробовать нарисовать синюю розу. Я нашла вот эту фотографию в интернете. Мне понравилось, здесь передается хорошо тень, свет, объем. И вот более понятна мне эта картинка, поэтому по ней буду рисовать. Хочу попробовать нарисовать ее пальцами в своей любимой технике. А холст вот этот будет у меня. Здесь ДВП просто загрунтованное было, но на ней рисовала абстрактную картину. Сейчас она мне не нравится. Я просто ее замажу, зарисую новой картиной. Здесь будет роза синяя. Так что смотрите, друзья, что у меня получилось. Рисую синюю розу масляными красками при помощи пальцев. Сначала с чистым синим цветом я создаю общий силуэт розы. Это будет у меня цветовая часть розы. После чего добавлением индиго фиолетового я создаю тень на розе. Ориентируюсь на лепестки, где будут находиться. Вот так создаю цвет и тень. После чего плавно ввожу цвет в цвет и перехожу к более световым деталям. Белый цвет я добавила немного синего и наношу по краям лепестков. Немного растушевываю и соединяю все цвета. Вот такая вот розочка у меня получилась. Потом я приступаю к... Отметила я зелень и приступила к фону. Фон у меня фиолетовый, немного голубого. Вот. А лепестки, листву я создаю общей массой, после чего отмечаю световые части на лепестках. Вот такая картина у меня. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Буду рада вашему.